Росатом завершил очередной этап строительства первой атомной электростанции в Бангладеш. На АЭС Рупур был установлен корпус реактора второго энергоблока. В церемонии принял участие глава госкорпорации Алексей Лихачев. Ожидается, что после введения в строй станция Рупур будет генерировать порядка 15% всей электроэнергии в стране. Первый из двух энергоблоков готов примерно на две трети. Ровно год назад мы были свидетелями аналогичного события на первом энергоблоке. И сейчас мы своими глазами видим, как многое сделано и изменилось за год. Госкорпорация «Росатом» выполняет все взятые на себя обязательства по строительству первой АЭС в республике. Это для нас абсолютный приоритет.